Прочитайте, ребят. Бездомная дворняга ездит в столовую в трамвае. Давайте чаечку выведем на экран. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Для тех, кто не прочитал. Как по мнению мужа, я буду выглядеть, если он меня бросит, да, типа бездомная дворняга ездит в столовую на трамвае, да, охренеть. Ну, понятное дело, ребята, что это, конечно, все преувеличение, да, вот бывает такое, что люди после расставания, там и мужчины это касается, и женщин, да, вот после расставания они там, ну, скатываются, да, там, и кто-то бухать начинает, кто-то наркомане, там, вот, разный аморальный образ жизни вести, как бы, да, вот. Вот, но это далеко не как правило, да, то есть, ну, бывает такое, но таких меньшинство, да, вот, и люди, которые думают, что без них кто-то умрет, я вам, вас хочу поспешить расстроить, что это неправда, ни хрена, да, все без всех могут, да, типа, о, там, я без тебя жить не могу, там, я без тебя умру, там, ля-ля, это все, ребята, звездеж, такие вот дела.